Он вакуум держит вообще. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Это я. Это ваша скала. Это Маня скала. Всё! Да всё уже! Давай! Сейчас накатываем! И погнали! Понимаете, насколько это вообще эпохальное видео? Лёша принял решение готовиться к сцене. Итак, друзья, мы в Москве, и мы двигаемся в наш офис, потому что сегодня финал проекта Маши Маевой и Кости Павлова. И сейчас мы узнаем, когда же Чакова она победила. Раздевайся, вот такой Костя был. Вот такой, смотрите, друзья, вот такой он. Дю-дю-дю-дю. Он вакуум держит вообще. Охренеть. Слушай, у тебя даже здесь прорисовывается что-то. Ну, у тебя талия, Костя, я тебе скажу, какой хороший фитнес-бикини. Не, вот если он наберет сейчас грудь и останется примерно, ну, чуть-чуть, конечно, восполнит свое питание по жирам и по углям, реально будет качаться и реально тренировки, то, блин, можно сделать прям супер. Опять же, надо вверх все равно догонять. Ну, что, тебе страшно, чтобы прыгать? Нет, нет, я уверена на своем ученике. Сейчас увидим форму Маевой. Сегодня кто-то проиграет 50 тысяч. Нет. Между прочим, за месяц мы сбросили, та-да-да-да, 8 килограмм 700 грамм. Это 7. Очень много. Мы 7 сбросили. Ну и Костя молодец, и Маша молодец. Это очень много, потому что я знаю, каково это худеть, и какие у тебя там демоны в голове просыпаются в этот момент. Вот, смотрите, какой у нас плоский стал животик. Сальные бока, ядра, был живот, теперь у нас плоский животик. Вообще, посмотрите, какая тоненькая, практически не за что схватиться. Смотрите, у вас складка с палочками. Но, блин, спорный момент, конечно. Да они оба красавцы. Самое жесткое — это оценивать их, потому что я вообще не знаю. Они оба молодцы, реально оба красавцы. Короче, у нас пока ничья, друзья. Мы решили сейчас ребят отфоткать и сделать коллаж. Посмотрим, как они именно вот по фотографиям прибавили или убавили. Ох, сложно, сложно, сложно. Они оба добились реально очень крутых результатов. Что Маша, что Костя. Смотри, как жопа сочная. Круглый. Ну, Дымань, ну, посмотри, это вообще просто модель. Просто... Так, а Маня не модель, я не понимаю. Не, ну это вообще модель, Маш. Это вообще, это просто, это вообще топ. Он на фотографиях очень крутой. А вот этот спортивный живот, посмотри, просто пипец. Да Костя тоже красавчик. Ну что сделать, если они оба красавчики? Что сделать эти? Ничья. Ребят пока не знают ничью, но там будет, сейчас будет крик, у вас одну Маеву, мне кажется, убьется. Ну а что поделать? Мы им сделали огромный подарок, знаете ли, к летнему сезону. Да. Идеальные тела практически. Те ребята могут выходить на пляж и вообще не стесняться, как они выглядят. Поэтому я надеюсь, что они это учтут и не будут на нас так сильно обижаться. То, что мы не смогли принять решение. Как тебе проходят дела по сушке? Хорошо, ем салаты. Это не мое. А чье это, Маня? Это не мое. Мне разрешили, мне отдых 5 дней. 5 дней перед следующим сезоном. Тебе целым сезоном. Нужно делать форму в про, понимаете? Для этого должен быть хороший фундамент. Короче, друзья, мы решили, что трансформация моя за месяц. Это не Катя, потому что многие писали комментарии, что я уже готов. Многие писали, что я жирный. Мы решили выйти на сцену этой осенью. Вне кадра пока находится тренер Маши Соколовой, который подготовил на серебряную медаль Европы. Поэтому, друзья, теперь он готовит меня. Получится бомба. Короче, друзья, сегодня у нас ноги будут страдать. Короче, сделали мы 4 подхода. Пока халява. Сейчас жим ногами. Ты готов блевать, мужик? Нет? 50 раз жим ногами, 50 килограммов. И не заметь. Вот что значит. Ой. Вот оно потихонечку начинается. Сейчас будет гравитация идти. То есть ставки увеличиваются. Тем временем на весах 250. Не заметь, надо 300. Вот сейчас хорошо прям чувствуется. А, 300. Да детский вес давай, что ты, блин, я сейчас в плаку пошел. Все, 12-ку сделал. Ну я нормально, я на уровне, да. С пацанами. Все, жара 350. Ты готов? Я нет, к этому нельзя быть готовым.
Ну, не поставил? Ну что, Алёш, как тебе тренька? Я вообще готов, сейчас приседание у нас будет. После этого адского жима ногами еще присед? Вообще, стоп! Вы понимаете, насколько это вообще эпохальное видео? Лёша принял решение готовиться к сцене. Это же вообще новый виток. Все просят, все спрашивали, все это спрашивали. Это другая жизнь, ты понимаешь? Да. Диета, теперь тренировки, режим. Да, никто теперь не скажет, что я там не спортсмен, или еще что-то, да, придется. Это же теперь тоже, наверное, делать то же самое, что и я. То есть мы на осень готовимся вдвоем. Ну, будет весело, ребята. Да. О, будет жара. Очень придавливает. Сколько? Сейчас будет 18. 18 два раза. Человек, кто-то напрягся, по-моему, да, слегка? Что такое? Тяжко? Кажется, и вот этому человеку вообще все равно. 20, 30, 40, 50. Ну что, первая тренировка на офисе закончена? Впереди прости. 4 месяца. Тактика такая, 10 раз делаю, не думаю, а потом начинаю думать, соображать. Короче, друзья, это была жопа. Я могу сказать, что это самая тяжелая тренировка на ноги, которая только у меня была. Артем, конечно, тренер Маши просто лютый. Ссылку на него мы оставим в описании, потому что вот это бог. Всю подготовку вы увидите. Будем работать до конца, все дали обещание. У нас встреча с подписчиками на первом этаже в галерее. Сейчас посмотрим, сколько вас пришло. Это очень интересно. Пожалуйста. Короче, мы на самом деле охренели, что вас только собралось, да? Мы, наверное, думаем, что вы просто билеты пришли с бесплатными. Наверное, все это стоит. Конечно, вот столько людей. Сейчас накатываем и погнали! Я, когда только начинал свой YouTube-канал, я даже не мог поверить. Или если бы мне кто-то сказал, что я буду висеть на рекламе главной галереи главного торгового центра нашего города, я бы не поверил. Это я. Это я. Это Маня Соколова. Ребята, вы представляете, всегда верьте, реально верьте в свою мечту. Она получится обязательно. На самом деле, мы хотим вам сказать, мы никогда в жизни не бунтовались тем, что вот мы такие в галерее. Нет, мы точно так же, как и наши подписчики, просто однажды решили снимать видосы. И вот до чего мы выросли. Это круто. И мы развиваемся благодаря вам, и благодаря тому, что вы нас смотрите, поддерживаете, и мы снимаем контент для вас. Поэтому, ребята, абсолютно все мечты достижимы. Главное, верить и идти к своей цели. В феврале я участвовала в конкурсе «Мисс Дукоскопи» и стала «Мисс Февраль». Чего я вам желаю? Все достаточно просто. Мы все проводим огромное количество времени в социальных сетях, но можно проводить его с пользой. Вам нужно просто установить приложение, зарегистрировать свой профиль, добавить туда свои фотографии и начать проявлять активность. Добавляйте их в друзья, ставьте им лайки, отвечать на задания. И в конце месяца подводятся итоги, вы можете стать «Мисс Дукоскопи». Если вы становитесь, в конце года вы отправляетесь в Швейцарию на финальное закрытие конкурса и можете стать «Девушкой года». И тогда вас ждет шопинг на 200 тысяч евро, огромное количество всяких подарков, красивый прием, и вы все такая принцесса, классная, красивая и довольная. Ссылочку на установку приложения оставлю в описании. Друзья, спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Витя Блуд означает, что в следующем выпуске будет именно он. Подписывайтесь на наш канал, ставь лайк. С вами был Лёх Столяров. Ну, короче, это все вы увидите позже. И Витька тоже, но хотя его здесь нету, но он будет в следующем выпуске. Это Блуд, это он. Ну да, комментарии пиши, короче.